Доброе утро, дорогие друзья. Итак, продолжаем две недельные главы, которые заканчивают книгу Бемидбар, и поговорим о том, что, может быть, всех касается, это о заработке. Нам известно, что из книг наших мудрецов, что все заработки определяются в Рош ха-Шана. И никто особо изменить ничего не сможет. А человек придумает все, что угодно, чтобы не вдаваться в эту истину, не задуматься о ней. Если, не дай бог, человеку не хватает веры, он объясняет недостаток заработка разными причинами. Обвиняет себя, других, считает, что его сглазили. Жалуется на неудачливость или думает, что Бог отвернулся от него. Человек начинает прибегать к любому средству, чтобы добиться доходов, кроме одного единственного средства, которое только и может помочь. Это средство называется молитва. Человек начинает производить расчеты, строить планы, там, занять денег, уехать за границу, набрать сверхурочную работу. Сказал Раби Салантер, что человек, работающий сверхурочно, гоняется за проклятием, наложенным на Адама. В поте лица будешь добывать свой хлеб. Для такого человека, к сожалению, жизнь превращается и это, и следующее в сплошной ад. Знаете, я в своей жизни видел самых богатых людей, ну, пространства бывшего Советского Союза, наверное. К сожалению, среди них единицы только есть такие, которых не убило это богатство. Я уже не говорю о чем-то более высоком. Если человек желает получать удовольствие, радоваться своему, то, что у него есть, ему надо всегда представлять, что было бы, что с другими, вот, которых нету даже того, что есть. Ну, если у них нет такого имущества, или таких денег, или даже тех $100, которые у него есть. Поэтому, таким образом, даже самый бедный человек может считать себя богатым, счастливым. Сказали мудрецы, кто богат, тот, кто рад своей доле. Но это такая абстракция. Вот давайте я приведу просто пример. Был такой раби Авраам ибн Эзра, выдающийся еврейский мудрец. Кроме того, изобретатель, великолепно понимавший там такие вещи, которые его поколение еще не знало. Несмотря на это, он был крайне неудачлив в финансовых делах. Чем бы он ни занимался, он терпел неудачу. Он даже сказал в шутку, что если занялся организацией похорон, люди перестали бы умирать. И вот его ученики, которые очень любили своего наставника, решили, что все-таки надо помочь ему. Они на месте, где он шел по дорожке такой, бросили кошелек с золотом. И поскольку у кошелька золотом нет примет, кто владелец, то нашедший может взять себе. Дело в том, что Тора говорит, что потерянные вещи, если у них есть признаки, по которым можно определить владельца, надо вернуть. А если нет, ну, нету. И так учитель наш разбогатеет. И вот Авраам бен Эзра идет по дороге, до кошелька остается 100 метров. Вдруг он закрывает глаза, идет к стене и на ощупь проходит стену. Кусок такой, и идет дальше, радостный, улыбающийся. Кошелек остался лежать. Они удивились сильно, непонятно. И вот когда он уже прошел, они подошли к нему, говорят: «Ребе, а что случилось? Почему он так?» Он говорит: вы понимаете, я шел по дороге, и у меня вдруг возникла мысль. Почему я такой неудачник? Почему у меня не получается заработком? Я понял, что это неправильные мысли. Я понял, что что-то здесь не так. И чтобы вернуть радость себе внутрь, я представил себя, что я слепой, что у меня нет глаза. И я прошел на ощупь где-то 20 метров и открыл глаза и понял, какой я счастливый, какой я радостный, что у меня это есть. И вижу, это подарок Всевышнего. Я могу видеть, с радостью пошел дальше. Рав ибн Эзра знал, что истинное счастье зависит от самого человека. И когда почувствовал, что может превратиться из счастливого человека в несчастного, быстро вспомнил что-то хорошее, что у него в жизни это помогло стать счастливым. А Бога вы все равно не обдурите. Мудрецы в короткие истории вкладывали громадную мудрость. Однажды вот раби Леви Ицхак из Бердичева увидел человека, который быстро-быстро бежал по улице, не оглядываясь. «Что ты бежишь?» – спросил его рав. «Ищу себе пропитание». «Откуда тебе известно?» – сказал рав, – «что пропитание твое впереди, что тебе надо за ним гнаться. Может, оно позади тебя, и тебе надо просто остановиться и подождать, а ты убегаешь от него». Человек должен остановиться и немножко подумать. Да, нужно желать, хотеть улучшать свой быт. Но бесконечная погоня только за материальное, еще за одной вещью, еще за одной машиной, еще это проклятие. В поте лица будешь добывать свой хлеб. И еще надо понять. Конечно, очень важно то, что вы делаете со своей жизнью. Но еще важнее то, как вы это делаете. Как? Сколько радости это приносит вам? То же самое в вещах, которые у вас есть.
Не важно, сколько у тебя вещей, важно, сколько, насколько они тебе нужны, какую радость они тебе приносят и что они дают тебе в жизни, а не вот эта бесконечная гонка. Надо научиться радоваться тому, что у тебя есть, и тогда ты будешь действительно счастлив. Прохава от слаха, всего самого лучшего.